Thank you.
4 такта, войди в эту пульсацию неспешно. Вот когда почувствуешь, что ты уже в этой пульсации находишься, вот только тогда ты можешь начинать тему, которую ты хочешь на одном мотиве, понимаешь, и ты увидишь.
У тебя было мужество дослушать этот первый мотив, понимаешь? И затем он естественным образом влился во второй мотив. Понимаешь? А вначале это было формально. Ты сыграла это тихо, это громче. Все. Формальность в музыке – это равносильно убийству живого человека. Пожалуйста. Неспешно и опускаясь в
самую глубину рояля. Когда ты начинаешь играть двумя руками, ты начинаешь осмысленно, а дальше просто отпускаешь руку, и она, то, что называется, просто ударяет. Вот, вот сейчас время и напряженность интервала у тебя была достаточно убедительной. Когда ты играешь двумя руками, это не всегда так. Thank you.
все время вот отсутствует вот это чуть-чуть, слово чуть-чуть. Чуть-чуть внимательнее, чуть-чуть лучше, и уже все преображается. Еще раз, пожалуйста. Вертикаль на форте. В этот момент в оркестре
совершенно другая группа инструментов играет. А тут и оркестр, аккорд. Опять. Это же как сердце. У тебя в сердце страшная аритмия. Ты играешь. Что происходит там на пиано? Почему вдруг у венского классика, так сказать, вдруг возникает аритмия? Это исключено полностью, понимаешь? Это ты уже в романтизме таком глубоком, так сказать, в 19 веке, ну, возможны такие приступы аритмии, может быть. И то они свидетельствуют, если мы играем немецкую музыку, они свидетельствуют о непонимании того, из каких элементов складывается музыка, и как важно иметь вот эту здоровую пульсацию всегда, от начала до конца. Но уж здесь-то, когда она просто ставится во главу угла. Вот это самое главное в этой музыке. Это же просто буквальное, просто буквальный показ биения. А у тебя... Ты видишь, что делается, да? Сердце даже не успевает раскрыться. Судорога. Ты пытаешься сделать крещендо к аккорду. Этого не может быть. Это другая группа инструментов. Это Юлиан сидит, и он играет. А у меня аккорд, а вот у меня... Ну, не вспоминай сердце. Пожалуйста, правой рукой играешь, левой рукой делаешь вот эти выборы, пульсация. Не телом, а только пальцами. Понимаешь, этого не может быть. Мы все чувствуем, что сердце есть, понимаешь, но когда мы его очень сильно ощущаем, то есть или когда оно очень сильно бьется, или когда бьется неровно, это уже надо вызывать скорую помощь, понимаешь? Здесь все абсолютно нормально, здесь пульсация нормальная, живого, здорового организма. Интервал. Она же выше, извини. Не телом, а звука нет. Ты не можешь объяснить, почему ты ее играешь вяло и абсолютно не так? Вот, ну просто объясни мне. Почему ты диван это делаешь? Почему? Почему такая синкопа?
после аккорда, ты не знала, вот какой интервал в паузе идет. Ты не знала. Какой интервал? Ты его ищешь, ты его ищешь. Так кто об этом знает? Качеству звука. Во-вторых, они совершенно разные по динамике. Причем разные не потому, что так написал автор, а потому, что ты просто не слышишь, как уходит звук в паузе и на какое пьяно, так сказать, на какой высоте пьяно возникает тема. Ты понимаешь, да? Та-дам! И как идет по этой дуге звук в следующий звук, ты не слышишь. Ты просто формально играешь пьяно, опять формально. Так это же другое дело, это же другое дело, хотя вот этот вот акцент меня не убеждает, он опять формально. А может быть даже не такое форте. Вот это гораздо естественнее. Формально. А там такое интересное напряжение возрастает. Послушай. Дыхание твое.
движение тела таково, что я ожидаю сейчас пассаж из произведения Листа. А там очень короткое слово. Но это слово как будто бы из Евангелия. В него надо внимательно вслушаться. Понимаешь? В это слово, конкретное слово. Да. С тобой всегда я, Боже. Я же не буду говорить, с тобой всегда я, Боже. Это же... Да, я, Боже, сколько слов? С тобой.